возвращаемся к Амалеге. Авангард ТВП Мэр уже сыграл против Вольты. Это была битва за бронзу. Не будем сразу раскрывать счет. Мы устроили просмотр матча прямо на телевидении. Как это было, атмосфера на поле и эмоции болельщиков рассказываем и показываем. Полчаса до матча первый Приднестровский. В студии родители, друзья и коллеги игроков «Авангарда» готовятся болеть за лучший сококлуб из Приднестровья. А «Авангард» готов выйти на поле в Кишиневе и взять бронзу Амалиги. Здесь, дома, в Тирасполе, родные и друзья желают команде победы. Побольше голов забитых и своему сыну лично, чтобы он не пропустил ни одного мяча. Мы за него болеем. Вы должны сделать победу. Век технологий, пара минут и слова напутствия из Тирасполя летят прямо в Кишинев на арену «Лайзвор». И еще держать. Ташев работает, все вас страхуют, да. Вот, Ташев, вот. Вот сейчас «Авангард» удар и гол! Первые минуты встречи «Авангард» ТВП «Мэр» открывает счет в поединке за бронзовые медали. Делает это Сергей Скиценко на 4-й минуте поединка. Он пробивает точно в правый угол ворот «Вольты». Болельщики волнуются, кажется, больше игроков. В этом сезоне «Авангард» стал настоящим открытием. Сенсационно обыграл в четвертьфинале кишиневский «Динамис», прошлый бронзовый призер «Амалиги» и еще один клуб из Приднестровья. Тирасполь стадию 1/4 не прошел, занял только 6-е место. А вот у «Авангарда» сегодня есть шанс взять первую в своей истории медаль «Амалиги». Телевизионщики только второй сезон играют в «Соку» и уже борются за бронзу. Очень высоко, и вот Вольта забивает гол в раздевалку «Авангарду». Итак, перерыв матча «Авангард» ТВП «Мэр» Вольта. Счет пока 1-2 в пользу кишиневской команды. Напомним, на 4-й минуте Сергей Скиценко забил гол, точный удар в правый угол. Примерно на 15-й минуте кишиневская команда смогла сравнять счет с острого угла. Точно пробил Виталий Пламодяло. Ну и на 25-й минуте встречи гол в раздевалку забила команда «Вольта». Больше на себя, парни, особенно молодежь. Да, там опытные ребята, но тоже возрастные. Тем временем на «Лайзвор» уже был перерыв. Болельщики перевели дыхание, игроки отдохнули. Мама нашего вратаря, когда он пропустил первый, второй гол, я видел, как вы переживаете. Наверное, очень сложно смотреть и видеть, ну, можем сказать, небольшие погрешности в игре, да? Да, это очень больно, когда попадает мяч, особенно в ворота моего сына, вратаря, который играет. Очень сильно переживаю за это. Свисток, второй тайм, счет 2-1, ведет Вольта. Битва продолжается. На фланг, удар и гол! Ну что, жарко на футбольном поле. «Авангард» ТВП «Мэр» сравнял счет в самом начале второго тайма. Артем Турта подошел к штрафной площади и с острого угла прошил левую девятку. Но буквально пару минут спустя и «Вольта» выходит снова вперед в этой встрече. Константин Яворский также с угла острого пробивает точно в правый угол ворот Кирилла Чулоча. И все. Звучит финальный свисток. Ну что ж, матч за бронзу завершен. «Авангард» ТВП «Мэр» Вольта. Счет 2-4. Бронзовые медали остаются в Кишиневе. Они достаются команде Вольта. Это была вторая глава нашей истории в «Амалиге». «Авангард» финиширует 4-м. Бронза достается кишиневской «Вольте». Телевизионщики достойно завершили этот сезон.